Добрый день. Доброе утро. Ну что, мы приехали на очередную бесплатку. Это у нас уже четвертая неделя, да? Да, четвертая неделя, да. Хотя реально, наверное, пятая бесплатка. Вот, значит, сегодня мы приехали на Кармайкл. Тут огромная-огромная очередь. Вы заметили, мы каждый раз на новую приезжаем. Да-да, каждый раз мы просто экспериментируем по-разному. Вот. Что дальше будем делать, еще не решили. Тут... обычно быстро проходило, но сейчас мы проезжали, смотрим, здесь очень много машин. Тут тоже drive-thru, то есть машина подъезжает и тебе загружают. А, но посмотрим, как бы. В следующий раз давай поедем куда-то вообще не в городе. Вообще в другой город? Да. Давай попробуем. Какой-то маленький соседний городок. Ну давай для, давай мотнемся, для эксперимента посмотрим. Мотнемся. Так, ну все, ребят, вот, в общем, вместе с вами посмотрим, что там получится, сколько будет продуктов, как все это происходит. В общем, поехали. Так, вот там вот очередь. Только одну машину видно, я понимаю. Сейчас я открою двери. Подвинемся. Вот, да, все, очередь. Ну, короче, по моим расчетам, где-то машин 50-70 стоит. Нет, ты преувеличил, дорогой. Ну, ладно, 35. Ну, 35 более реально. 35 более реально, моя жена говорит. Значит, если моя жена говорит, что 35 более реально, значит, будет где-то между той цифрой, которую я сказал, и она сказала. Так это обычно работает. Как бы нам посчитать? Не знаю. Так, ну вот сейчас чуть-чуть видно, сколько там машин. Сколько ты насчитала? Ну, это на улице еще не было. На улице, да. Ну, можно посчитать, а сколько вмещается на улице? Сколько ты видишь? 11, да, ты сказала? Если за нами 2 считать, 1, 2. За нами 4 3, машины, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот видите, какой прикол. Она говорит, что за нами стоит 2 машины. 14. А я вижу 4. Я в свое зеркало вижу 2. Ну вот понимаете, да, какая проблема. Давайте я вам покажу свое зеркало. И вот вечно мы так всю жизнь так, спорим. Ты понимаешь, 2 машины сейчас там уже отъехали. И 2 вот. Там приехали сзади. 4 машины получается. Стоит за нами. То есть здесь... Значит, ну, с нами 5 машин, дальше 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 машин здесь на улице. И во дворе, думаю, ну не меньше 15-20. А мы посчитаем, сколько во двор вмещается. Хорошо, договорились. 15 на улице? Да. 4, 5, 6, 7. Это моя жена считает, сколько машин во дворе. Вот это 8, часть 9, машин во дворе. 10, еще 15. 11, ну да, да, еще 15 вот до того там поворота. Значит, 30 и там где-то, ну 45-50. Чувствую, будет по-моему все. Ну, это первая бесплатка, на которую такая большая очередь, да? Наверное, я думаю, да. Секрет в том, что в этом районе... Вот много русских живет. Очень много славян живет. Точно. У меня есть подозрение, ну смотри по машинам. Ну, машин много достаточно таких, да, славянских. Не славяне. Нет, очень нет, редко нет. Ездят славяне на «Шевролете». Бывает, бывает, конечно, да, но... и вот тот знак американцы вешают... Я думаю, что у них кто-то... Я точно не знаю, видите, там человек склонил колено перед могилкой. То есть, мне кажется, что это вешают те, у кого в семье есть ветеран какой-то. Ну, я не знаю ничего об этом. Да. Ветеран, который, в смысле, погиб. Какой-то, что, не ветеран тогда он называется, а... Ну, ясно, да. В общем, стоим в очереди. Так, ну вот, мы уже подъезжаем, скоро будем заезжать во двор. Ну еще по двору больше путь, чем здесь. Да, кажется. По двору больше машин, чем за двором. Значит, вот здесь они, получается, ведут регистрацию, просто подходят к машине и записывают на листочек какую-то информацию. Ну вот так как-то. Значит, вот там вот, видите, целая очередь машин. Да, кстати, сейчас у нас 11 часов 14 минут. Ну, сколько мы стоим уже? Минут 20, наверное, да? 15 точно, наверное. Ну, да, видите, как обычно у нас... Время. Время и когда цифры. Я всегда называю чуть большую цифру, а Люда называет меньшую. Ну, так мы и стабилизируем, понимаешь, да, давление. Да. Пониженным и повышенным. Точно, вот и все. Точно, и, точно. И получается идиллия. Значит, 15 минут мы стоим. Хотя, я думаю, полчаса. Но ты решил поддержать, ублажить жену, поддержать ее мнение. Спасибо, да, дорогой. Ты такой добрый сегодня. Так, значит, 20 минут мы уже стоим. Ну вот посмотрим, сколько времени мы получим эти продукты. Так, ну что, мы заехали во двор, нас зарегистрировали.
Все, что потребовалось, это этот мой драйвер-лайсенс, в смысле права. Значит, спросили, сколько людей. Мы сказали, что у нас 8 человек. Вот, потому что у нас 5 детей, нас 7, и сейчас еще с нами живет... Еще один человек. Еще один человек, да. Значит, поэтому 8 человек. Она сказала, ну, у нас получается набор на 6 человек, поэтому я просто выдам вам 2 набора. Один набор на 6 человек, второй набор на 3 человека. То есть вот таким образом. Поэтому два набора, как на 2 семьи. Она на бумажке написала. Сейчас вот ждем очереди. Подъедем туда и посмотрим, что там нам выдадут. Кстати, ну... Вот за нами машина с наклейкой лифт и Uber человек. Человек-таксист работает. И тоже пользуется такой возможностью экономить. Ну, конечно, да. Тут, я думаю, много людей разных есть, которые экономят в некоторых местах. И, как сказать, вот исходя из нашей, вот такой вот, я бы сказал, ну, где-то славянской ментальности, мы иногда не ожидаем увидеть некоторых людей в некоторых местах. И потом мы удивляемся, почему эти люди там находятся. Ну, потому что нас воспитали, что где-то как-то это стыдно. Если ты с высшим образованием, куда ты пойдешь на рынок там, торговать? Я так выросла в семье воспитателя, то когда была перестройка, я помню, и много там учителей, кто-то пошли торговать на рынок, то в нашей семье это было стыдно. Даже морковку, которую мы вырастили на даче... Вы продать не могли? Нет, мама не могла даже переступить через себя, чтобы пойти на рынок ее продать. Мои сестры пошли, эту морковку за 5 минут продали, потому что, наверное, они цены поставили. В 10 раз ниже, чем рыночная цена. Да, у нас ее было, ну, родило много, наверное, этой морковки, или я четко не помню. Но вот такой вырастили, понимаешь, у нас поколение, где это стыдно, или это, ну, вот есть категория. Это стыдно. То есть, если... Стыдно торговать на рынке, стыдно просить о помощи. Ну, что о помощи еще? Просить вообще, признаться, нет. Потом, вот то, что показуха, то, что для людей должно быть новое и красивое. То, что для себя могу и дырявое поносить. И когда мы готовы больше потратить деньги на то, чтобы покрасить забор, потому что его соседи видят, а в доме у себя поменять обои не можем. Американцы, кстати, большая часть, наверное, 99% не красят свои заборы, потому что, ну, они лучше это в доме что-то делают. Зачем красить забор? Не, ну некоторые из них и в доме тоже ничего не делают, скажем, ну, так. Да, если уж... Ну, люди остаются людьми везде, независимо, да, в какой стране. Но большинство заборов здесь не покрашены. Иногда обработаны чем-то просто, чтобы... Вот как этот, например. Да, этот, похоже, что-то, ну, чем-то его обработали, какой-то морилкой или чем-то. Ну, да. Но если посмотришь на другую сторону дороги, там вот стоят заборы не покрашены. Потому что, я думаю, наверное, если потратить краску на этот забор, это намного дороже выйдет, если, ну, и красить тебе, ну, раз в несколько лет тебе нужно красить. Они, наверное, посчитали. Выгоднее просто, чтобы он постоял лет 10-15, и поставить другой дешевле, чем красить его каждые 3 года там. О, кстати, давайте считаем машины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, как мы сказали, 45-50 машин здесь. Ты был прав, дорогой. Я сказал 70. А, ну да, я посередине. Значит, ничья. 50-60 где-то так. Ничья, да. Как обычно, ничья. Побеждает дружба. Спасибо всем, друзья, за поддержку. За то, что вы болели за одну из наших команд. Ну вот хорошо, постоим здесь и как раз поболтаем. Ну, а мы уже подъезжаем, смотрите. Уже перед нами машин 7-8 осталось. И сейчас мы подъедем к бесплатке. Вот. Закинут нам продуктов и полетели домой. Значит, ребятки, смотрите, вот она очередь. Вот такая примерно очередь. Вот, не знаю, тут машин, короче. Во дворе машин 30, наверное, 40. И там еще на улице 10-15. Как-то так. Куда остановимся? За ними. Ну, в этот или второй ряд? В этот ряд остановись, все. Ну, я не уверен. Сейчас он, подожди, может, нам подъедет. Никто тебе не показывает. Куда хочешь, то и становишься. Ну, да, там просто поднесут, виду, и все. Быстрее они как-то. Одинаково, я думаю, становись, и все. Да, вот так вот здесь. Ага, выносят продукты, видите, на тачечке выкатывают вот так.
Ага, вот так тачечку выкатывают, смотрите, и загружают. А, вот поэтому очередь здесь немножко медленно стоит, потому что они берут сначала как-то на медленно количество людей, да? Сначала да, они берут сколько? Бумажку, которую нам под дворник положили. Идут, собирают на то количество людей, которое заявлено в бумажке. Выглядит, я прямо так снимаю. Видите, просто загружают, берут из тачки, там пакетики, ящики и так далее. Кому-то в салон, кому-то в багажник. Так, ну что, по времени, вот смотрите, 11:58, мы только что отъехали. Ну, практически час мы простояли здесь, потратили часик времени. Да. И интересно, что бесплатка как бы работает до 12 часов. В расписании у них написано до 12 часов, но вот мы отъезжаем без двух минут, и там еще очередь из 40 машин. Это то, что, ну, мне нравится в Америке, они обслужат до конца. То есть пока вот те люди, которые стоят, возможно, они уже скажут, чтобы никто не становился в очередь. Но пока есть люди, они будут до последнего его, ну, обслуживать. Также, когда в магазин ты заходишь, если ты успел забежать в магазин без трех минут, тебя не выгонят. То есть пока ты там не купишь, тебя никто не выгонит. Да, ну и, конечно, они сегодня вот обслужили такое огромное количество людей. Я думаю, машин 500, я думаю, 500, за это время они успевают точно, да, обслужить. То есть, вот, например, к примеру, где-то 500 семей, как минимум, получили сегодня продукты на одном из фудбанков, которые есть в этом районе Сакраменто. Так, все, мы едем домой. Так, ну что, Людочка, ну как ты поняла, наши зрители все решили. Обзор будешь делать ты. Ну это то же самое, как я бы, например, тебя попросил сделать обзор машины. Ну кому-то это было бы весело. Мы все понимаем это. Но все-таки давай сегодня будем веселить как-то и поднимать настроение как-то по-другому нашим зрителям. Обижаешь, дорогой. Я и не сделаю обзор машины. Да ты сделаешь. Я сделаю его круче, чем... Чем я, это понятно. Чем с этим мужчина, вопросом да. Нет, конечно, конечно. В общем-то, поэтому держи камеру. Я водитель с 23-летним стажем. Вау. Нет, 22-летним. Ну все, мы сейчас про бесплатку, родная. Ну что ты сразу про водительство? Да. Ты у меня супер водитель, это правда. Очень опытный и так далее. Все супер, да, действительно. Сейчас я ложу. Мы сейчас вот с бесплатки приехали, разложили тут все. Я просто вам так делаю обзорчик. А сейчас Люда возьмет в руки камеру и вам все будет показывать, рассказывать прямо во всех подробностях, вот как вы любите. Да, но ты слышала еще один комментарий, который мне понравился. Говорят, да, вы ради нас едете на бесплатку, но идите сами. Да. Это правда. Ребятки, ну что, у нас из-за того, что у нас 8 человек, нам дают, ну, реально много. Вообще у них математика такая. У них одна порция, это 3 человека. То есть ты придет один человек, ему дадут один набор. Придет 2 человека, ему точно такой же. Придет 3 человека, ему дадут точно такой же набор. То есть у них есть примерно как бы порция выдачи, и она рассчитывается на 3 человека. А если это пришел один человек, ее не будут делить на 3 части и выдавать человеку. Поэтому, ну, наверное, как-то выгодно. Но они документы смотрят, если семьи там... Не, про количество членов никто тебя не спрашивает. Но здесь никто не обманывает никого. Да. Здесь главный вопрос, вы говорите, сколько реально. Вот у нас, например, на данный момент 8 человек. Они выдали как... Ну да, они, кстати... Они выдали как на 9. Ты никак не подтверждаешь документами, что у тебя 8 ну, человек. Ну да, естественно. Мне этим так нравятся американцы. Тем, что очень много они верят, ну, на слово. Вот им сказал столько и дают столько. Окей. Давай посмотрим, что здесь. Сейчас, подожди, возьму камеру. Ну, давай я начну с того, что вот я когда иду чуть в сторону и посмотрю, тут чайник включил, он шумит. Эту выключу. На полу у меня стоят некоторые овощи, на стол не уместились. И здесь на стуле я положила, дали на этой бесплатке очень много хлебобулочных изделий. Поэтому я думаю, что тут точно надо с кем-то поделиться, отдать. И что-то положу в морозилку, так можно сохранить хлеб, в принципе. Так, ну, я тут подробно даже не буду смотреть, там хлеб, булочки,
какой-то пай есть, вот, вот то, что есть. Потом там пару пакетов морковки. Пай — это пирог. Ну, все девушки знают, что такое пай. Это открытый пирог такой. Okay. Большинство зрителей у нас девушек, поэтому они поймут, что это такое. Так, здесь у меня есть вот пакет с зеленым перцем, с овощами и одна капустка. Ну, можно нафаршировать перчика зелененького. Надо достать из морозилки фарш. Так, здесь у нас есть картошка и лук в пакете. Этот вот такой полный, ну почти полный кулек бумажный с апельсинами. Есть маленькие и большие. Даже, по-моему, один грейпфрут желтый, я вижу. Из овощей и фруктов еще вот есть один банан и целый пакет яблок. Вот такой большой пакет. Не знаю, тут килограмм, может быть, 8, мне кажется. В этом пакете будет яблок. И зеленый наборчик салата. Листьев для салата. Вот такой микс. То, что надо. Это классно. Так, я сейчас отложу в сторону. Что здесь у нас? Опять вырисовываются наборы консерв, которые есть. Короче, запасемся мы с тобой консервами. И в случае какой-то катаклизмы мы год еще проживем, да? Да. Есть банка. Мне кажется, еще прокормим как минимум одну семью. Да, есть то, что интересно, что на других нам не попадалось из, ну, того, что здесь лежит. Ну, peanut butter нам уже попадался, это ореховое масло. Его, кстати, мы когда ездили по Америке, выращивают очень много на том побережье, где-то Флорида, возле Флориды выращивают очень много поля целого орехового, этих орехов. Так, еще баночка варенья. Это из интересного. Ты не рассказала мысль, что что-то здесь так необычное попалось. Ну вот, необычное — это то, что баночка варенья. Потом вот это, я так понимаю, что это сыр бри. Вот. У него говорят, что нужно его использовать до 21 числа. А какое у нас сегодня? 20. Сегодня должны 20-е. Съесть его. Сыр бри. Я думаю, какой-то такой фэнси. А этот раз нам попался сыр с натертой моцарелла. Вот два пакета. В каждом пакете по 907 грамм натертого сыра. Какая-то баттер, алмонд, баттер, чиа. Типа овсянка. С что-то... чиа там очень полезно из Трейдер Джойса. Что-то непонятно, это надо пробовать. Попробуем. Так, то, что здесь есть из баночек, это курица консервированная. Каска такая продается. И есть салмон. Тоже консерва салмона. Так, тут это то, что еще необычного могу показать. Вот. Макароны консервированные, спагетти. Вот такая баночка. Мы не пробовали, надо открыть. Попробовать и показать. Давай мы откроем, Петь, и покажем. Хорошо, беру, буду открывать. Что там внутри? Вот что-то необычное, мы открываем и смотрим. А это... Ой, наверное, тоже какие-то макароны. Ну да. А, да, паста в томате. И в сырном соусе. Тоже что-то прикольное, новенькое. Так мы и попробуем разные продукты. Так, из спагетти несваренных макаронов вот у нас есть. И вот такие. Твердых сортов. Классные, кстати, спагетти и макароны. Так, что у нас еще? У нас есть еще два, кстати, мы такие попробовали. Ну, прикольное консервированное куриное мясо. Просто можно сказать, что консерва, только не в банке, а в пакете в таком. Удобно. Кстати, что у него срок годности? Вот сразу вижу, просто я не показываю на все продукты, потому что надо искать. А что в глаза бросается, я вам показываю, вот написано. До апреля 22 года. Вот это вот консерва. Так, кто-то нам писал, что мы молоко там не проверяем, да? Давай просмотрим молоко. Это у нас... Вот это молоко просроченное. Сливки это, наверное. Да, было 20... Январь 10. Окей, а это молоко? Это до 21 года, ноября.
пастеризованное в тетрапаках молоко можно сохранить. Так, что мы еще у нас есть? Смотрим. Две баночки с соусом. Кстати, нам очень нравится. Готово уже, если на макароны или на спагетти. Можно не готовить подливку, а уже соус, потому что он уже с овощами там. Томатный соус. У нас есть 4 пачки хлопьев. Такие вид. Так. Такой вид. И еще 2 одинаковых. Вот просто колечки. О. Если посмотреть на срок годности на хлопьях, это февраль 21 года. Здесь у нас, здесь вверх ногами, октябрь 21 года. Это тоже октябрь 21 года. Сентябрь. То есть, получается, еще несколько месяцев оно нормально. Но они говорят, да, тут вот, к примеру, то, что ну, до декабря мы не знаем, когда оно было, так скажем, забрано с магазина, этого не видно, но оно заморожено. Я думаю, что разморозив мясо, вы сами поймете, просроченное оно или не просроченное. Что-что, по мясу точно можно определить. Вот у нас есть курочка, грудина, 2 стейка, еще не 2, тут больше еще стейков, 4 стейка. Вот тот нижний стейк, вижу, что ну, он тоже замороженный. Он был использовать до, 17 числа. А у нас сегодня 20-е, да. То есть, когда он был забран и заморожен, я думаю, что за несколько дней точно раньше, чем они сейчас выдают. Вот такой пакетик конфеток. Печеньки. Снова у меня 2 пачки гороха. Кстати, я сварила на этой неделе, старалась готовить с продуктов, которые мне вот выдали. А гороховый суп сварила. Очень классно быстро варится горох. Я буквально за 10 минут до картошки кинула, и он сварился. Суп получился очень классный. То есть не дубовый, не нужно 2 часа варить. 2 готовых бутерброда. У нас следующие. Такие в магазинах, ну, очень много в супермаркетах готовые бутерброды продаются. Так, у меня снова вишня. А, вот. Какой до какого года? До 23-го. Вишня. Что ли, да. Ты уже часть раздала вишни. Да, я уже поделилась вишней. Мне привалило еще 2 пакета разных фирм с разных городов. Мы вчера смотрели, одна была с Вашингтона, а другая с другого штата какого-то. Из Юты. В Калифорнии могу сказать, что вишня очень плохо растет, черешня. Вообще вишню, саму вишню, очень редко ты найдешь. Черешня в основном, и их мало здесь, ну, в Калифорнии она плохо растет. Так, в общем-то, вот так я по кругу прошла, вот, и все, наверное, показала то, что есть. Вот смотри, я открыл тебе, ты открыл? Не, ну на тарелочку, дорогой. На ты тарелочку, открыл, да? Я вот так вот открыл, давай, покажи. Давай, вот то, что держишь, открыл, да? Он. Готовые спагетти, мы говорили. Давай мы высыпем и посмотрим, как оно выглядит. Так, света надо побольше. Угу. Ну, ну что, нормально? Надо еще разогреть, я не все достала сейчас. Да, ну давай. Но нужно разогреть и попробовать. Выглядит хорошо красиво. Выглядит, хочется и попробовать. Вкусно. Уже аж слюна побежала. Я голодная, наверное, время обеда. А, пахнет хорошо. Осталось разогреть. И попробовать, что это такое. Ребятки, вот такой наборчик. Спасибо большое за ваши рецепты, рекомендации, что делать с некоторыми там вещами, которые мы не знаем. Я обязательно постараюсь это использовать, сделать. Очень хочу там салат попробовать с зелеными этими стрючками сделать из фасоли. И еще вот за молоко, которое я не знала, что с ним сделать в баночке. Тоже обязательно попробуем его в кофе или во что-то другое. Спасибо. Спасибо за просмотр, ребятки. Увидимся завтра. Пока.